Очередной подкаст из серии «Сила мощь». У нас сегодня утренняя велосипедная тренировка. Вот Тоня у нас осваивает свой новый велик, у нее это первая поездка, потому что у нее до этого были велосипеды, но другие. Этот более современный, взрослый, все, это взрослый велосипед реально. Поэтому ей тяжело, она учится передачи самки переключать, поэтому мы тут ехали так прямо с напрягом, но все получается. Мы приехали на наше место. Куда мы часто приезжаем, до этого места 8 километров, теперь нам 8 ехать назад, но мы назад еще, наверное, подальше поедем, через деревни проедем там. Ну, вот посмотрим, чтобы побольше захватить, чтобы в общей сумме километров 20 у нас было. Вот, а сейчас на улице 13 градусов. 13 градусов всего. Ну, правда, солнце, помогает, да. А мы, наверное, 15. Мы выкупались. Кстати, я попробую, может быть, если я буду монтировать, я вмонтирую в это видео наше купание. Это круто вообще было. Вода холодная, быстрина такая там есть, вот прямо под мостом. Вот да. Это мост, мы под мостом купаемся обычно. Там быстрина с таким противоходом, там плыть можно прямо на полной скорости. Там очень быстрое течение. И он точка. Точка. Ну, точка, хотел дочка, Тонечка. Дочка, Тонечка. Точка, у тебя новый погодял бы, точка. Вот. Тоже купалась, два раза заходила. Молодец вообще. В общем, короче, друзья, велосипед, закаливание. Это круто вообще. Тебе нравится? Все. Аппетит нагуливается. Мотивирующий подкаст от семьи Шиловых. На канале Михаил Шилов и на канале Супер Тошка. Пока. Пока.